Так, Нива. Это бешеная. Это бешеная Нива. Очень заряженная. Хорошее место. Финиш. Как обычно. Да? Да. Четыре пятнадцать. Блин, очень компактная УТВ-шка. Поларис. Блин, такая компактная машина. А как модель? Поларис РЗР 570. Это 570 объем? Сколько лошадей? 45. 44. 46. Короче, в районе 45, да? Одноцилиндровый. Одноцилиндровый? Хороший Поларис. Не, он останавливает секундомер. Интересно, сейчас ребята на компактной машинке. Так, стартуют. Деревья падают. Думаю, ребята заряжены могут. Кстати, как на залупазлике. Рисунок протектора на шинах. Могут показать результат. От опыта вообще зависит больше всего. Отвешивать веревкой можно, ребята. Красавцы. Влево, 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 влево. Отлично. Блин, компактная такая УТВ-шка, обалденная. Тупо квадрик. Тупо квадрик двухместный. Так же заверх также цепляй. Не хотят лебеду. Я бы попробовал на их машинке. Вот там справа можно спокойно было заскочить. Право руль до конца. Что-то с лебедой. Тропа висит сзади-то. Намотать может на колесо. Сзади, ну, боковая стропа висит.
Настолько компактная машинка. Ход подвески небольшой совсем. Колесо висит в воздухе. Вон, видите, переднее правое в воздухе колесо. Легче. Попробует сам выехать, нет? А не, он не выйдет. Не выйдет, да? Не хватит одноцилиндрового мотора. Те, что помощнее, могли бы, да? Да. 1 цилиндр. Это самая компактная УТВ-шка, да, наверное? Карьерчик уже. Не карьерчик, а пирог разровняли. Ребята подлебедятся вверх. Думаю, тут несложно. Могут спецучасток взять этот. За ними одни из самых опытных будут участников. Всех заметил большая вот потеря времени на работу с лебедкой, скорозащиткой. Огромная потеря вообще. Больше занимаются с ними, чем сама езда. И даже чем лебежение. Да, хорошая основа для горбатого запорожца, идеальная вообще. Сверху одеваешь, там даже правильно не одевать, а интегрировать панели наружные с крышей. Хотя пропорции, конечно, сиденья очень близко от передних колес. Но можно что-то там посмотреть, доработать. Есть задняя лебедка, несмотря на компактность. Колеса 12-е.
Едь, едь, оно выпадет. Стропа под колесо попала, но не критично. По времени непонятно. А скажите, сколько уже время? Маршал. Еще успеваете? Давайте, давайте, нормально. 12 минут, пацаны. 3 минуты осталось. Слово, 3 минуты осталось. Еще успеваете. Вправо до конца, вправо до конца и пошел. Давайте, давайте. Давай. Саш, нет. Не выкручивайте. Вот, тропу ему. Да, да, вот так, нормально. Едь, едь, давай. Я могу положить. Лебедку на финише пошел. Что, не пройдут они? На финиш лебедку и можно. Пробуй, пробуй, нормально. Держи его, держи его, держи, давай. Держи, держи. Держи назад, давай. Давай вперед, давай вперед. Вперед, давай. Держи его в натяжке. Держи его, держи его. Держи. Что хорош? Подожди, вперед, пусть уже спустите, будет в конце концов. Давай, давай, давай. Право колеса. Право, да. Давай, давай, право. Давай, не, нормально, Саша, едь, нет, давай, все, давай, все. Смотри, сколько минут осталось? Еще могут успеть. Одна минута? Одна минута, давай не бегите. Давай ходом выскакивай, да и все. А ходом, давай, ходом, включите. Ну, может, с ходом, погоди. Давай, давайте, да, давай, давай, оп, оп, оп. Давай, 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 оп, оп. Ходом давай. Намоталось там, оп. Намоталось, оп, и юбрай. Давай. Намоталось. Ну что, на колесо, что ли? Назад, красавчик вообще. Такие обидные ошибки. Пристегнуться еще надо. Сколько получилось? Успели? Нет, 3 секунды. Не успели? 15,5. Если трос. 30 секунд. Ну трос этот. Этот трос 30 секунд. И там чуть-чуть дольше. Опыта мало, но машинка хорошая.